Вес такой покрышки больше 100 килограммов. И переворачивать ее нужно не раз или два, а прямо до финишной черты. И это после маха в гире и упражнения со штангой. Все это только один этап соревнований по пожарному кроссфиту. Первыми вышли показать себя огнеборцы пожарно-спасательной части номер один. С медболом этот мяч мягкий, весит 9 килограмм. Третий этап – работа с пожарным рукавом. Нужно попасть в мишень. Когда емкость за ней переполнится водой, прозвучит сигнал. Он означает, что команда соревнования окончила. Считается общее время плюс штрафные баллы. Если они, конечно, есть. Вот этот вид, он как бы наиболее максимально показывает ту работу, которую пожарный выполняет на пожаре. То есть это физически тяжело. Это, ну, действительно показывает труд пожарного. На старт сегодня вышли 11 команд, в каждой по 3 человека. Притом здесь есть и государственные пожарные, и сотрудники частных ПО. Руслан Сидоров с командой приехал из Касимова. Команду набрал из физически крепких парней. Такие были. Были у нас тренировки, пришло положение. Вот, несколько раз бегали, готовились. Ну, в принципе, планируем занять первое место, а там как пойдет. Пожарный кроссфит проходит в Рязани впервые. Но без фундаментальных отличий. Структуру этапа взяли у других регионов. Вот разве что усложнили программу. Мы его усложнили. Все участники будут проводить упражнения, включенные в аппарат, в дыхательные аппараты. То есть, ну, сами понимаете, аппарат тяжелый, боевая одежда. И, соответственно, выполнять физические упражнения в таком в аппарате довольно тяжело. Вес такого баллона вместе с остальным снаряжением больше 20 килограммов. Затем, как все присоединено, следят судьи. Кстати, правильно собранная амуниция – это плюс пару секунд на дистанции. В реальной обстановке это может стоить даже жизни. Поэтому нормативы железные. Победителей ждут памятные призы. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».